Итак, я за кадром немножко побегал, освободил один райончик полностью. И просто интересно, будет какое-то полное освобождение, А как чё у это он теперь так Делсона, или радостно нет. бежит? Не знаю, я тут врагов поубивал всех. А, он сделал вид, что он тебя не знает. В сторону так ушел. Мы друг друга вообще не знаем. Ага. А, прям по парковке. Ха! Ну ты хитрый такой! А чё его? Чё бы нет-то? Ого! 5 улучшений дали. Быстро догнал, может быть, зависит от этого еще. Не думаю. Оно же А ограничено. кто там у тебя лежит? То, где лежит. А, Ну, враги. враги? Враги. У нас есть 25 очков, прикинь. Вот это беру. Ага. Вот это беру. И все. Больше ничего не беру. Больше ничего не дают. Ну да, можно так сказать. Хорошо, а теперь на миссию. Побежали. Как-то заносит. Здравствуйте. Давай, до свидания. Вкусняшка! Ух ты! Еще одна. Вкусняшка! А, не достал. Ха-ха-ха. Слева, вправо. Куда? Где-то здесь. Наверху, наверное. Как обычно. А там еще влево куда-то было. А, здесь не достал, здесь не достал. Сейчас. С бочки вот с этой. Смотри, что творит, а. А там еще Да. слева где-то от воды Не было. пойду. Еще вот это возьму только. Граффити. Поблизости же. Поблизости. Грех не сделать. Пока там у нас не напали. Кто-то бежит. Ой, забыл, что надо рулить джойстиком. Котенки. Не дорулил. Чуть-чуть. Вот он. Ну, молодец. 10 очков уже. Быстро так набираются? Круто. Что здесь? Вот это, наверное, надо. Вот. Как интересно. И дальше что он в этом пузыре? Просто круто, наверное. Ну ладно. В пузыре он замедляется, по идее. Так, защитите людей Шейна от акул. Говорят, акулы выследили одного из моих парней, которые искали Брента. Извини, детка, но мне придется отозвать людей. Это слишком опасно. Нет-нет, я его прикрою. Передай своим, что я прикрою всех, кто ищет Брента. Это сработает. Опа. Открою и выстрелю, только быстро. А в кого стрелять-то? Шейн, Вау. Твой парень еще дышит. Я рад, что у тебя это хорошо получается. Ведь еще одного из моих парней засекли. Я разберусь. Высылай координаты. Валяются там такие. Ну пусть валяются. Жалко, что ли? Упали на землю, минудовые валяться, да? Но они типа мертвые. Да ничего подобного, они шевелились. Вот сейчас за эту штучку возьмешься. И всем хана. Давай. Нормальная мощность такая. Круто. Ты его спасла? Да, спасла. У меня лишних людей не бывает.
Слушай, если твоих ребят засекли, давай это используем. Пусть все идут к гавани, к ресторану Олафа. Я спрячусь на крыше и завалю акул, когда они появятся. Ладно, это можно. Буду ждать за рестораном на Козырьке. Когда откроешь огонь, я подберу парней, и мы линяем. О, там что? Да-да-да. Так неинтересно. Что неинтересно? Ну что там, нашел осколок, не? А где он? Вот он. А что тогда, да, тогда? А, ну, осколок. А почему не интересно-то? Очень даже интересно. Ну, а в том плане, что ты говоришь, да-да-да, я думал, ты его увидел. Зейн, меня заметили. Веди своих парней. Да, мэм. Еще? Да. А, я тебя не видел. Это свой вообще был? Еще двое бегут справа. Так, мои парни идут по переулку. Правда, этого никто не заметил. Акулы стреляют только по тебе. Я не против. Всем кости переломать? Да пожалуйста. Ах, слева. Ах ты! Больно. Да. Ах вы гады! Смотри, сколько их там. Куда делись-то? Не понял. А, стреляй, стреляй. Ох, у вас сколько там? Ах, хрюкает. Ну, а тут удовольствие. Ого. Ага. А что такое-то? Какой-то он... Уворачивается. Типа Нио. Нио какой-то. А, больно же. Говорят, это все плохо. Прям все плохо, да? Ну да. Мы, говорит, короче, цвет нас отключаем. Шейн, твои люди живы? Брента нашли? Ну, кажется, ты их вдохновила. То, как ты тут отжигаешь, ты это что-то. Просто воплощение смерти. Я не чудовище, просто... Я должна помочь брату. Без него я схожу с ума. Значит, мадам, вам повезло. Один из тех, кого ты спасла, говорит, что кто-то из акул забирал груз в Джорджтауне. Если мы найдем его на записи камер слежения, то сможем выяснить, где они держат Брента. Вот можешь, если захочешь. Значит, ты, наконец, позволишь моему ковбою проскакать на быке? Быки — это ж самцы. Ну да, неважно. Молодец. Ура. И я молодец. Ага, это что? Там новенькое что-то загорелось. Ну, стреляй. Надеюсь, ты пристегнулся. Откуда они столько адидасов набрали? Оптом покупали. Ты куда спрятался? Смотри, приличные рубашки. Он умер? А, он умер. Там еще. Ага. Осколок. Где осколок? Ага. Взяла меня, отвлекла такая. Может, мне извиниться надо? А, гады живут такие. О, прикольно. Пиу-пиу. По-моему, я нашего. Да? Ничего. Офигачил. Потерпит. Ты где?
Анна? Не знаю. Ну, очухается, потом вернешься. Он решил там, пока не отсвечивал. А, то есть мы заложника спасали, а как он успел спрятаться? Или не успел? А я не знаю, я не видела. Я только видела, что ты там всех... Пиу-пиу, все. Мне показалось, что я его запулил. Ну, будем считать, что он притворился... Воспользовался ситуацией, да. Запулился. И пропал. Куда запулился? Ну, мною, случайно. Запулился. Граната. Я крут! Эй, почти. Гад, сныкался. Прям по курсу осколок. Да. Я их все равно осколками называю. Точно. А я соглашаюсь. Ты... Ага. Ага. Справа дома, наверное, от этого. Возможно. Да что ж вы пристали-то? Ну да. Оп. Сюда куда-то. Выследить торговца. Алло, Промера. Привет. Я Дженни. Работаю на... Вместе с Шейном. Кажется, я должна помочь тебе отыскать одного из главарей Аку. По телефону? Через городские камеры. Присылай мне их номера, тогда я смогу найти записи. Я дам координаты места, где его видели. Что? Номера камер? А ты кто вообще? Дженни, я работаю на город. И иногда на Шейна. Код камеры — это почти как QR-код. Его можно сканировать телефоном. Пришли мне его, и тогда я найду записи с этим парнем. Наша программа распознавания лиц такая крутая, что даже страшно. Ну ладно. Ну хорошо. Так, я здесь. Ага, найди камеру. В смысле, вот просто вот так вот взять и найти камеру? Хоть бы сказали, какую камеру. Как она вообще выглядеть должна? Как маленькая? Вот она. Ага. Ну вот камера. Пошлите сигнал L3, чтобы найти ближайшие к вам камеры. Так, есть. Сканируй код, чтобы я нашла записи. Сканировать. Это он. Следи за ним. Будем вести его от одной камеры к другой. Извини, что не могу сканировать всю систему. На работе это засекут. Так. То есть ушел он туда куда-то. Ма, вон слева светится же. Угу. А что мы ищем? Говорят, у акул есть логово, где они держат пленных. Он приведет нас туда. А Шейн? Что у тебя с ним? Ну, ты ищешь брата. А мне нужно было кое-что другое. И теперь, когда звонит Шейн, я ему помогаю. Только на работе нужно быть очень осторожной. Вот сюда, да? Черт. А что тебе было нужно? Ну да. Давай. Не будем углубляться в это дело. Что за отстойный костюм у него? Ага. Дурацкий. Далеко. Розовый. И, по-моему, он не в логово идет. Здесь он не проходил, нет, видимо. Здесь ничего. Угу, значит, на эту камеру. Кто этот парень вообще? Он занимается торговлей людьми. Торговлей людьми? Как рабами? Да. И кажется, он следит за этой девушкой. Ну да. Какой там следит? Так. Направлен, только идет. А куда он шел, ты обратил внимание? Ну, куда? Вроде. Сюда или туда? Туда. Они же прошли на нас, ту сторону. На нас шел, да, точно, значит сюда. Где-то камера еще была. Так, похоже, нема. Здесь нет. Давай смотреть в другую сторону. Черт, не туда. Вот сюда где-нибудь. Пощелкай вот здесь. В смысле, ну... Вот-вот, их... вот она, вот она. А. Ага.
Ой, это она как-то странно. Он тоже какой-то странный. Она пошла быстрее. Думаешь, засекла его? Не останавливайся. Давай узнаем, что с ней будет. Угу. Так, лесенка, вот она. Похоже, какое-то место преступления. Опаньки. Точно. Нормально. Он его убил. И вот эти люди схватили моего брата. Так. Что-то я не соображу, в какую сторону она побежала. По-моему, куда-то сюда. Хотя могу ошибаться, я что-то даже забыл посмотреть. Обратить внимание. Нет, не сюда. Да, не сюда. Так, тут ничего полезного. Ага, вот оно. Угу. Побежали. Добром это не кончится. А зачем? Он же торговать хотел. А, мне показалось, он ее застрелил. Анни, ее забрали. Стой, он что-то уронил. Телефон. Привет. Дженни, ты можешь по телефону узнать, где был человек в течение дня? Да, но придется подождать. И нужна копия его сим-карты. Я ее пришлю. Освободим моего брата и заодно разберемся с этими гадами. Ура! Да. Конера, мои парни попали в засаду, устроенную акулами. Дело плохо. Значит, ты хочешь, чтобы я врезала этим уродом в трениках, да? Ну, да. С удовольствием. Просто покажи, в какой они стороне. Кстати, Дженни, супер, позвони ей, есть инфа. Так, куда-то туда. Хочу двойной рывок. Ха-ха. Мечтай. А чего бы нет? Чего бы нет? Не стреляйте там, а то сейчас как спущусь, как наваляю. Ага. Что думаешь, мне слабо? А что-то они там так выстрелились, смотри. Да. Ну вот. Вывеска какая-то, видимо. А, ну да. Понятно. А где я? Ну внизу где-то, нет? Что за фигня? Совсем внизу, что ли, получается где-то? Ну я тут не вижу. Ты видишь? Нет, не вижу. Ну и нафиг. А может не нафиг? Нет, нафиг. Хотя нас не запустят же. Нет, нормально, можно. Снайпера. А в какую сторону? Шейн, я не вижу тут твоих людей. Акулы выбили их. Закружили у паромной станции. Им пришлось бежать. Сколько против них бандитов? Куча. А что? Снова хочешь поиграть в старуху с косой? Обновить число убитых? Я делаю это ради Брента. Ха-ха, да ладно. Я же тебя видел. Широкая ухмылка на морде, яростный взгляд. Ты кайфовала. Я в норме. Черт. За нафиг. Давай. Ладно. А, ну там закашляет, наверное, что-то, да? Да нет, нормально. Нормально. О! А давай-ка мы
Давай. Прокачаем, что ли, попутно? Как-то не особо можно прокачать. Но в любом случае пригодится. Ага, сейчас опять будем так же стрелять. Мои парни засели за одним из грузовиков. Защити их, и когда Дженни сломает тот телефон, мы вместе пойдем выручать твоего брата. Ну да, оковало. Смотри, как уловки, а. Вон и бегут, бегут. А где? Ага. Гады. Толпа, посмотри, какая там. Ого. На миникарте вообще страшно смотрится. Снайперы? А, ну где ты? Есть. Еще бегут. Снайпер, справа. Ты ловкий. Ага. Смотри, какой я. Да попал же. Хорошо прячется. Выходи. Вот сейчас в руке как. Отлично, киллер. Хорошо. Я тут заберу выживших, а ты двигай на второй фронт. В смысле выживших? Все выжили. Это что, война? Ну типа, мы с тобой украли оружие. Я раздал его своим людям, они стали вышибать двери, искать Брента, и акулам это, естественно, не понравилось. По-моему, он ей пользуется. Это война банд. Ее начала ты. Ладно, я вам помогу. Брось, не злись. Мы всех порвем. И когда Брент вернется, это не значит, что наше сотрудничество закончится. Мы с тобой на пару. Мы горы свернем. Целые горы очень, очень дорогой наркоты. Ни за что. Десс скоро будет здесь. Если я окажусь в Кердон Кей, то не вызволю брата. Займись Брентом. Да, мэм. А, дождь барабанит. Прикольно. Давай-ка дальше. Давай-ка. Думаю, они бросят все силы против моих парней, которые собрались у Нидл. А, это наши. Если они все там соберутся, не придется их выслеживать. А куда стрелять-то? Да, о, это ты, мой ангел смерти. Ой, сколько их-то бежит? Ох ты. Три СП. А, снайперы. Черт. Не вижу. Где гады? Да ну попал же опять. Ух, куда ты? Попал. У вас на попе дырка. Ну логично, ты знаешь. Не, анатомия все такое. У него светящаяся была. Ты свои или нет? Я думаю, что нет. Ну да. Просто у него луч зеленый был, я что-то растерялась. Там сзади тебя побежал. О, ты говорил, зачем? Чё пузырь? Сзади, сзади еще. Ты вообще с какого района? Там машинки подъехали. А к нашим там двое подобрались, смотри. Есть. А давай-ка мы вот так сделаем. Давай. Все, надоели уже. Бегут, что-то бегут откуда-то. О-о-о.
тебе что, персональное приглашение надо? Ну да. Я застал часть лазерного шоу. Похоже, ты разошлась. Дала им прикурить. У меня мороз по коже. Я просто пытаюсь помочь брату. Кайф я от этого не ловлю. Мы с ним совсем не такие. Понятно. Не хочешь, чтобы Брент узнал, какая ты на самом деле? Ангел смерти, которого я так сильно люблю. Брент обо мне заботится. Когда люди видят, что я творю такое, у них крыша едет. Я не хочу его потерять. Ну, если твой брат помогает тебе не слететь с катушек, тогда держись крепче. Женя взломала телефон акулы, и теперь мы знаем, где они держат заложников. Ты серьезно? Когда будешь готова, встретимся у кофейни на Мэдисон. Пора действовать. Оп. Смотри, то есть брат запрещает ей, да? Ну, то есть, как бы не дает, а ему наоборот нужно, чтобы она вот именно использовала эти способности. Ну да. Думаю, он потом какую-нибудь пакость сделает в сторону брата. Да, почти наверняка. А это не он, кстати, потом на наркоту-то подсадит их? Возможно. Очень даже возможно. Опа! Молодец! Ща-ща-ща, еще заложник спасем. Давай. Ой! Ты прикольный спасатель. Ну ладно. Самое главное, тебе не стыдно ни разу. Вообще ни капельки.